Дорогие друзья, всем привет! Я рада приветствовать вас на моей кухне. Сегодня у нас очень интересный декор для торта. Так, смотрите, здесь я сделала, нам надо будет, если есть время, нашу ткань надо будет вынести на 2-3 минуты в холодильник. Но мне, чтобы не отлучаться, я придумала такой, видите, у меня мобильный холодильник. Так, начнем. Здесь у меня 20 грамм желатина и 40 грамм воды. Я желатин залила водой, дала постоять и на водяной бане развела. Добавляем сюда 20 грамм шоколада. Можете добавить белого. Мне сегодня захотелось шоколад черный. Посмотрим на наш результат. Так, всю эту массу мы хорошо размешиваем. И добавляем чайную ложку пищевого глицерина. Не знаю, я в аптеке не покупала, ничего не могу сказать. Я думаю, что он не подойдет. Вот такой у меня глицерин. Вам хорошо видно? Не видно. Вот так. Так, чайную ложечку. Шоколад размешиваем. У меня шоколад пористый с магазина, поэтому немножко пузырьки. Если у вас есть возможность, возьмите хороший колебаут шоколад. Так, чайную ложку глицерина. Очень хорошо размешиваем, чтобы шоколад, глицерин и желатин очень хорошо перемешались. Силиконовый коврик, кукурузный крахмал, кандурин. Если у вас есть большая кисть, можно нанести одним мазком большой кистью. Но у меня получилась маленькая, поэтому будем так, я думаю, наша масса готова. Все соединилось. Так, тонким слоем на силиконовый коврик. Так, распределили нашу массу. И теперь ждем. Или можно вынести все это сооружение на 2-3 минуты в холодильник. Ну, так как у нас с вами там есть мобильный холодильник, же помните, у нас, видите, замороженное масло. Поэтому немножко с вами ждем. Как только можно будет трогать пальцем, наша масса готова. Так, я подготовила несколько видов кандурина. Сейчас с вами. Вы догадались, что мы сегодня делаем? Съедобную ткань. Это для декора великолепный декор для торта.
Из нее можно сделать бантик, из нее можно сделать красивые кружева. Так, ждем. Вот видите, уже наша масса схватывается. Берем кандурин и наносим сверху кандурин. Аккуратно, кисточкой. Еще немножко, еще пусть чуть-чуть постоит. Аккуратно. Начинаем распределять. Посмотрите, мы полностью покрасили нашу съедобную ткань, и мы ее полностью задекорировали. Теперь что нам надо? Нам надо перевернуть. Это самый ответственный момент в этой всей процедуре. Хорошо, мы с вами покрасили. Вот посмотрите, это такой самый ответственный момент. Если ткань у нас отходит, значит все получилось. Вот посмотрите. Можно сделать так, перевернуть и аккуратно снимаем ткань. Немножко у нас. Посмотрите, красота. Обратную сторону надо крахмалом. Немножко припылить крахмалом. У меня кукурузный крахмал. Так, посмотрите, полностью, видите, она уже не липнет, с ней уже можно великолепно работать. И посмотрите на нашу красоту. У меня кандурин, немножко так пройдемся ручками, видите, у меня он зеленый. На доске, видите, остался какой зеленый след. Лишнее можно обрезать. Великолепно обрезается. И посмотрите на нашу ткань. Настоящая съедобная ткань, которую можно применять. Смотрите, если вам надо на торт, воланы вы так собираете и выкладываете. Можно, если сделать длинную, и свернуть бантик. Посмотрите, какая это красота. Как это просто, красиво. Из самых простых ингредиентов мы с вами сделали настоящее чудо. Не забывайте подписываться на мой канал. Смотрите, как это красиво. Сворачивается в любых. Можно так свернуть.
Красота. Очень просто, красиво. Всем пока.